Все, выходим, выходим. Все, выходим, Маша. Давай, давайте, улыбаемся. Поздравляйте. Давай, Дарина, идем. Поздравляйте. Сегодня мы приехали из города Байконура. 1-2 апреля там проходил международный турнир «Звездный бал», ежегодный турнир. Мы уже 12 лет как ездим туда каждый раз. Там участвовали пары со всех регионов. Это конкурс международный, с Ташкента, с Астаны. С Уфы были пары. С Чимкента, конечно, два коллектива тоже принимало участие. И в командном первенстве мы заняли первое место. И по городам тоже, среди всех городов, за большее количество пар мы тоже заняли первое место. И я ездила в Байконур. Я получила 6 медалей и 2 кубка. Я получила 5 медалей и 2 кубка. Мы вот этот кубок получили все. Было очень сложно, но наша цель – работать, работать и работать. Конкурс «Звездный бал». Мы пробовали с первого раза в D-классе. Это 8 танцев. К прежним танцам добавились еще 2 танца. Это румба и танго. В этих категориях мы получили 3-е места, 4-е места и 5-е места. Мы подружились, мы много с кем подружились. Было много очень хороших пар, мы с ними тоже подружились. Мы всем, всем желали добра, удачи. Не нашим парам, ну нашим, это обязательно, да, да, нашим друзьям. Я заняла 3 кубка, 2-е, 3-е. 4-е и 2 6-х места. Мне там все понравилось, как там танцуют все пары, так хорошо, красиво, славно. Ну, я думаю, то, что как бы повышать свой уровень в танцах. Каждый конкурс – это каждая ступенька. То есть каждый раз, как мы ездим на конкурс, мы поднимаем как бы свой уровень в танцах.